Всем доброе утро. Сегодня 10 марта. Мы сегодня не пошли на завтрак, и Катя сделала завтрак дома. Смотрим. Фуф, домонтировал и доснял для вас этот тяжелый ролик про мобильный интернет. В общем, на улице 28 градусов. 28 градусов – это очень тепло. Не были в этой части уже несколько дней. Сейчас к Максу зайдем. Привет, Макс! Привет, мой друг. Как сам? Отлично. Какие-то финальные, мне кажется, какие-то финальные приготовления уже идут. Ну сколько это заняло? 3 дня? 4? Где-то так. Очень спокойное море сегодня. Напомню, сегодня плюс 30 градусов было. Купаться в такой красоте одно удовольствие. Что-то куча детей вон там. Это еще большой ребенок собирается плавать. Ого, ого. Очень спокойная вода, и вода прям поприбавилась. Ее заметно стало больше. Вот здесь вот прям все видно. Что-то там увидел. Я тут, понимаешь ли, сижу. Она тут плавает. Это хирург, который на хвосте шипы, если она захочет выпустить. Вот представляете? Искупались. Да, вдвоем. Где это? Где это? Вот. Кушаем ягодки. Всем добрый вечер. В общем, на улице по-прежнему очень теплая погода сохранилась. Мы в футболочку ходим. Сейчас, наверное, где-то плюс 26, где-то так. Кстати, мы сегодня ждали байк, когда нам привезут, но нам не привезли. Вот такая вся история.